С тренировки в парке сразу на чекап организма. Участники программы «Активное долголетие» одними из первых оценили удобство пунктов диспансеризации на природе. Теперь проверить состояние здоровья можно без записи и не посещая больницу. Не обязательно даже нести с собой документы. Все, что требуется от пациента, быть прикрепленным к поликлинике Ленинского округа. Вы знаете, это очень здорово, что для нас организовывают вот такие вот мероприятия. Потому что вот я по себе, я еще даже диспансеризацию не успела пройти. Какие-то все заботы, дела. А тут появилась такая возможность прийти, пройти диспансеризацию. Посетить мобильную поликлинику в парке Опаренки успевают не только пенсионеры, но и работающие люди. Игорь зашел в пункт диспансеризации во время утренней пробежки. Потратил всего 20 минут, чтобы быть уверенным в своем здоровье. Я думаю, многие из нас ездят в Москву работать, вот, и видят то, что очень много центров поставили в Москве, там, да, чекап здоровья. Вот, я туда прихожу и говорю, а можно мне тоже проверить? Мне говорят, нет, только для московских ребят. Вот, ну и как бы такая некая форма несправедливости. Внутри кошки скребутся. И тут я вот иду сейчас на пробежку, раз смотрю, хоп, волшебство. Как по мановению волшебной палочки поставили у нас центр. Спасибо большое. Набор исследований тот же, что и во время диспансеризации в поликлинике. Кроме того, в мобильном пункте можно поставить прививку от COVID-19. Тоже без записи и за считанные минуты. Кстати, в парках медики работают в выходные дни, чтобы позаботиться о своем организме могли даже самые занятые жители округа. Пациентов ждут с 10 утра до 3 часов дня. На данной базе можно будет пройти такие обследования, как общий анализ крови, биохимия, все, что входит в диспансеризацию. Также антропометрия, это измерение роста и веса, померить внутриглазное давление, артериальное давление, осмотр доктора и снять электрокардиограмму. Результаты исследований автоматически прикрепляют к медицинской карточке пациента в поликлинике. Если какие-то показатели вызовут подозрение у врачей, с ним свяжутся по телефону, чтобы уведомить о состоянии здоровья и назначить дополнительные обследования. Хочется отметить, что диспансеризация – это очень важный метод и нужный метод, чтобы выявить или заподозрить те факторы риска развития наших хронических инфекционных заболеваний, там диабета, онкологии, значит, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания – чтобы их своевременно выявить и назначить лечение. Потому что даже за эти полгода мы уже выявили 250 человек с сахарным диабетом. Это очень много. Пункт диспансеризации в парке Опаренки начал работу в тестовом режиме несколько недель назад. Поэтому первые его пациенты получили не только полный чекап организма, но и полезные подарки от партии «Единая Россия». Зарядные устройства, подставки для телефонов, ручки и блокноты. Медики призывают, не забывайте заботиться о своем здоровье, а об остальном уже позаботились они. Пункт диспансеризации оборудован кондиционерами, уютными зонами отдыха и детской площадкой, чтобы проходить обследование было комфортно. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.